такое корабль и как он выглядит? Корабль – это такой транспорт, который плавает по воде. И в нем могут жить или переправляться на какие-то острова или города. Но у него есть нос, капитанский мостик. Транспорт, который на воде плавает. Он бывает большой и маленький. Корабль – это как дом на воде, только он обычно дом стоит на земле, а корабль плавает. У корабля есть нос, палуба, мачта, руль. Корабль – это транспорт, который плавает по воде. У корабля есть палубы, каюты, капитанские мостики. Корабль можно увидеть в Черном море, в реке, в океане. Кого можно встретить на корабле? Капитана, пассажира и матроса, и юнгу. Они там как работают, а капитан как всеми управляет. Матросы, они там занимаются, чтобы не потонуть, управляют, смотрят за кораблем. Можно увидеть пассажира, капитана, матросов. Хотел бы ты стать моряком и почему? Я не хотел бы стать моряком, потому что я не хочу плавать. Потому что я не хочу по ночам не спать. Да, хотела. Там можно, когда вечер становится, там закат видно, птицы летают. Можно посмотреть, как волны шатаются. Хотел бы, потому что там можно увидеть дельфинов, увидеть закат, волны, увидеть китов. Дельфинов. Да, потому что там на корабле очень красиво и можно увидеть много чего красивого.